Газ ждали. Наш поселок, он относительно не так давно построился. С подведением электричества, как построили дом, стал вопрос подключения газа. Написали заявку, прошло 8 месяцев, на заявку отреагировали. Мы этому очень рады, потому что в 3 раза, ну 2,5 точно, конечно, экономия. Для моей семьи, потому что я единственный кормилец, у меня 3 детей, то есть для меня это существенно. Электрический котел, он был на 12 киловатт, газовый котел у нас на 24 киловатта. Этот дом быстрее протапливается, быстрее прогревается, и чувствуется то, что теплее и комфортнее.